Добрый вечер. Доброе утро. Так, последняя запись, вот она была. Как настроение? Как настроение? Я в благость пока. Настрой плохой. У кого? У тебя плохой? Я не выспался. Ясно. Get Red Orb. Так. Проснулся только 4 утра, зачем тут? Наверное, бессонница была. Опс. Так, остановился здесь я на миссии. Мне нужно было затариться провизией. И, соответственно, штурмовать. Мне снилось, что я миллиардер в ПТУ. Так, я что-то зафанател в GTA 5. Так, куда же мне надо сходить, чтобы мне дали провизию? Или так попробовать нахрапом? Для нахрапа мне придется победить кучу народа. Хотя да, кстати, тема. Я же могу... Who else wants some? У меня ремонт будет, но только через 2 года. Так, здесь надо украсть. Выполнялки. Я хочу в комнату поставить туалет и душ. В комнату? Странно. Да что же он ничего не ворует-то? Ничего нет, что ли, у него? Ха! 49 XP. Вот у рака, наверное, что-то есть. Что за герой, который не может никого попасть сильно? Нет, он может попасть. Он, у него задача другая. Стащить пополнялку. Мы сейчас идем в подземелье, а там без пополнялок очень тяжело. Ничего не украл. В принципе, так можно забить их, попробовать, но есть вероятность.
это будет облом. Ну того выполнял ту воруешь. Да, в курсе, что не того. Медуза тоже нету. У этого какие-то камни. Но Красбра тоже не может. По-хорошему надо добежать до города. Да, у него есть шанс. Он довольно-таки маленький. Короче, просто проще добежать до магазина. Ха! Easy! Это будет гораздо дешевле. Так. Здоровья мало, надо пополниться. Ты же умеешь читать на ангу? Да, умею. Ресторы до утра. Но русская версия мне бы больше понравилась. К сожалению, ее нету. Что за корова? Играй в Me Time at Four. Что это за игра такая? Почти такая же, как и Dragon Quest. Почти не считается. О, нашел, но это не совсем то, что я хотел. Это против болезней. Плохо, что здесь никто не продает пополнялку. Такс. Деревню Каблстон. Там, наверное, ничего нету. А в город нас не пустят. Такая же графика и тоже RPG, но писочница Астрал. Я пока еще подобной графики нигде не встречал. По крайней мере, такого уровня. Ух ты. Что-то было. Там можно ездить на машине, которую ты сам и строишь. Ладно, я посмотрю потом обязательно эту игру, который ты рекламируешь. Так, в замок я не войду. А где же у нас здесь было место, куда я заходил? Такое секретное. В Стиме она есть, но тоже нет русификатора. Thank you.
хотя разработчики его планируют. Это не то. Ладно, я в магазин. Окей. Я не знал, что однажды будет такая ситуация нелепая. Мне нужны будут пополнялки, и я не смогу их даже купить. Разбитая деревушка. Ни одного торговца. Да что ж ты будешь делать-то? Как же быть-то? Хоть бы кто-нибудь. Да. У меня, наверное, стопудово ничего нету. Единственное, что может воскресить кого-нибудь павших, но мне это сейчас не нужно. Мне нужен обычный продавец какой-нибудь. Резко все продавцы пропали. Ладно, придется экономно идти. Опс. Пик. Ну-ка. Не получилось украсть. Спер меч.
Надо посмотреть, какой уровень меча. Эквипмент. Медный меч. Ну, кстати, поинтереснее будет. Another one. Так даже получше будет. Забиваем. Ну, главный герой, жизни мало. Нам повезет. Надо же. И вот буквально, чтобы просто левел дали один и все, я бы успокоился. Вроде бы легкие. Но это обманчивое ощущение. Спелл. Чуть не забил меня. Ха! Изи! Это было очень рискованно. Все, ладно, пора бежать в замок. Точнее, в катакомбы. Только одну вещь надо глянуть сейчас. Шмотки. Что-то мне не нравится его одежка. Максимум ХП у нее какой-то отстойный. Ну ладно. Почему здесь никого нету?
Апс, я заблудился, что ли? Вполне возможно. Да ё-моё, куда вы? Да, заблудился. Очень забавно. Так, сюда. Сюда, сюда. Потом сюда. Вот вы гаденыши. Сундучок давайте. Кстати, левел здесь неплохо копится. Ну, я помню этих птичек, не хочу с ними драться. Да, это я помню. Так, давай-ка эту замочу. Она любит пополнять всех, ни с того ни с сего. Так, надо сразу пополниться. Со здоровьем, конечно, все плохо, в общем, у главного героя. Да-да, это та самая хрень, с которым пришли. Hey, what do you think you're doing? That orb belongs to us. Так. Fight. Spell. Так, давай. Ох, нифига. Ты офигел? Не, ну это вообще мощно было. Надо его пополнить. Это важнее.
И этого пополнить надо, это тоже важнее. Отлично. А я их боялся. Все, пора умирать. Another one bites the dust. Nice. Так, что у нас здесь есть? 7 люминарий не хватает. Проехали у этого. Чуть-чуть тоже не хватает. Amateurs. But who the hell were they? And what did they want with the orb? Well, whatever. It's back with its rightful owner now. And about time, too. You know, after they threw me in jail, I thought I'd never see this thing again. But here I am holding it. You're some kind of lucky charm, you know that? I've got a feeling that if I stick with you, everything will turn out okay. Just don't ask me what I mean by everything. That's my business. Right, I've done what I came to do. Guess we should head east and check out that door of departure place your grandpa mentioned. Там секрет какой-то. Типа аналог Чокобо. Опс. Больно бьют сильно. Ха! Easy! Ну, не знаю, что тут изи было. Так, тактика не надо нам. Опа! Даже так?
что? С кем это я подрался? Тут я понимаю удар. Критикал. Да что ты будешь делать? Так, надо попробовать использовать Magic Heal. Еще разок. И сюда. На кого я там наступил опять? Another one. Упс. Придется всех перебить опять. Ха! Изи! Странно, на эту сторону как вообще можно попасть? Я думал, здесь тоже можно будет скакать на нем. Так, где моя лошадка? Ой, там в воде что-то есть. Надо забрать. Что за... бомж. Я хотел на лошадь сесть. Глинка у меня ждет. Надо сходить к нему. Нет? Ха-ха.
Понятно, он тоже не знает. Толком. Еще один босс? Нет. Нашли его. Did you really think you would escape me, Darkspawn? Damn it, they found us. Нет, он находится не за главным героем. На лошадь садимся. Just stand there. Come on. Take my hand. Я вернулся. Отлично. Quickly, the keystone. У него рука светится. А, это камень. Ну что? You shall not escape me, Darkspawn! Да. Сейчас я доиграю. Run now! Можешь пока в GTA немножко по это самое денежку пособирать. Если не сложно. У меня дикое желание появилось в эту игру сыграть сегодня. Я один не справлюсь. You think you have won? The game has not even begun. Ты считаешь, что ты выиграл? Игра еще и даже не началась. То ладно, у тебя есть миллион. We made it. That was too close. Мы сделали это. Это было очень близко. Ладно, не буду переводить. Мне это не нравится. Where exactly are... Пускай каждый переводит сам. I don't recognize this place at all. Я бы на этот миллион купил бы ферму с нарками. Потом что-нибудь купим обязательно. А вот и продавец. Где ты был? Офигеть, я его искал, а он... Он только сейчас... Ух ты, сколько у меня денег, жопой жуй называется. Этих вот мне нужно побольше, побольше. Штук 9 давай. Кто понесет? Да я понесу.
Так, подожди, надо еще купить. Здесь у него продается отличное оружие. Куплю меч. Вышла 13-я серия Мастеров Меча. Я даже не знаю, о чем ты. Такс. Сау. Надо продать что-то. У меня слишком много мусора. Третий сезон. Так, продаем вот эту фигню. Продадим, значит, одежку. Палка мне не нужна. За 5 рублей. Щит мне не нужен. Бронзовый, не знаю, пока, наверное, не надо. Так, у Эрика что у нас есть? Основной бумеранг. Не может быть продан. Продать. Вот это я, наверное, продам. Если бы еще шапочку, нет, не продам шапочку. Так, теперь можно купить. Тут продают бумеранг задорого. Так, щит надо взять обязательно. Все, что ли, больше ничего нету? Так, это у меня есть. Все, наверное. Разве что вот это вот я ему еще куплю. Еще раз продадим шмотки старые, боксерские трусы. И все. А вот еще есть. Все, побежали. Новые враги. Фига они сильные. Там можно было записаться, что-то я затупил. Это же церквушка.
летающий Х. Давай на землю. Ладно, хрен с ним. Надо всех поджарить, хотя вряд ли. Нифига, он какой живучий. Want some. Мы где хоть находимся-то? Плохо, конечно, здесь в игре сделали ограничение запасов. Не как в Final Fantasy, можно было бесконечно носить с собой всякий мусор. Ничего нету, походу, спереди ничего не смог. Ха! Easy! Показатель. Очень опасные какие-то хрены. Такой он и грозный, оказывается. Who else wants some? Бо, тема. Да что ж такое-то, а? Let's rock!
зашибло камушком. Хорошая обилка. Ха! Easy! Соляная хрень какая-то. Чувствуется, мы сюда еще вернемся. Короче, я понял, здесь мы надолго залипли. Потишли сразу сюда. Civilization at last. And I think it's safe to say we're not being followed anymore. For now, at least. Two travelers come. Their timing is auspicious as the day's new dawn. My bathhouse awaits. Savor its steamy embrace as frogs do spring rain. Rejoice, honored guests, for to mark this happy day, you may sweat for free. We're kind of busy to be sweating. Thanks. Appreciate the offer, though. Too busy to bathe? Too busy to wash away the scent of the road? Huh? Okay. Maybe I'm not at my freshest. Fine. I'll visit your bathhouse if it means that much to you. Might as well go sweat off the journey while we have the chance. I'll see you in there, okay? The winds bring a guest. Joyfully I shall guide him to where bliss awaits. Че это он ушел-то? Как же без него? Так, что у нас здесь? Что за банк? Понятно, нам деньги не нужны. Thank you.
Ясно. Спать мы пока не будем. Горшочки. Ух ты! Бронзовый армор. Магазины. Да. Может, у меня есть что-нибудь, нет? Нету. Здесь можно будет броню сделать. Что продаем? Странно такую штуку в уши вставлять. Ну, блин, надо. Только я в баню схожу вначале. A good child should be silent and stay out of bars. I told you I need to speak to the owner. It's important. He might know where my little sister is. A child in a bar is like a fish in a tree. You must search elsewhere. Ugh, fine. If you're going to be a complete pighead about it, I'll go and ask the guards by the gate instead. Ooh, what do we have here? Well, are you going to tell me your name or not? Сказал. Could be worse, I suppose.
Listen, you and I need to talk. But my little sister is missing, so I have to go and find her first. I never thought I'd finally... Какой хитрый взгляд. It's funny how things work out. Короче, Банни должен найти ее сестру. Блин, поиски это жестко. Действительно, что может делать сестра в бане? Короче, мне надо сделать кольцо. Да, только я не помню, как делать. Сам процесс где-то штуку брать для создания предметов. Еще один квест. Понятно, баня наверху. Книги. Это все не то. Так, это секрет, как к нему попасть. Thank you.
гениальная. Украл 100 рублей. Это что за туалет? Так, надо сохраниться. Так, здесь мы все нашли. В бане нас не пускают. Нифига, еще новый щит дают. Я не понял, а что, у него шапка не одета, что ли? Ладно. Похоже, сегодня не будет Far Cry 5. Почему? С чего ты взял, что сегодня не будет? Будет чуть-чуть попозже. Как раз поешь. Потому что меня не будет дома. Да ты что? И куда ты собрался? Ладно, сейчас я запишусь. Можешь пока заходить. Я уйду на часиков 2, может 4. Пока запускай. Так что играй. Ты сейчас пойдешь или... Нет-нет, я уже ухожу. Ясно, ладно. Придешь, скажешь тогда. Сам не знал, что так произойдет. Thank you.
Так, по поводу сауны, что-то я вообще ничего не решил. Подожди, здесь какой-то уступ есть. Извини, я подвел тебя в который раз. Да ничего страшного. Ты же вернешься когда-нибудь. Ух ты! Я ненадежный человек. Все мы ненадежные человеки. Я не исключение. Опс. Так, здесь я был. Опс. Так, стой, что мы здесь будем делать-то теперь? Этот ушел куда-то, блин, в баню и пропал. Же теперь его найду. Нет, подожди, вот этот, по-моему, вход еще один есть. Точно. Finally. I was wondering where you'd got to. Come join me. This turned out to be a pretty good idea. We've got the place to ourselves, so we may as well enjoy it. We've earned a little break, wouldn't you say? Can't take it easy for too long, though. Sooner or later, those creeps are going to catch up with us. So, you've been scoping out the town, huh? See anything interesting? Ah, her? Yeah, she was sniffing around here, too. She's way too young to be hanging around in bars, though. No wonder they kicked her out. I don't envy her. They have a habit of causing headaches. Where are you? Did you just say something? Where are you? Where did you go? Is that a I can't find you anywhere. Huh.
scared us there for a second. What are you doing in here? I was waiting in the end. You said you were going to take him off, but you never came back. Where did you go? Why did you leave me all on my own? Sounds like she's lost someone. Wait. This must be the girl whose big sister's looking for her. Why don't we see what we can do to help? How about you dry your eyes and tell us your name, kid? I'm Connie. Nice to meet you, Connie. Why don't you come with us and we'll help you find whoever it is you're looking for? Пуф-пуф, это означает, ну, в общем, вы поняли. Have you seen my sister or not? Well, well, what do you know? Looks like she's picking fights with grown-ups again. I wish they told me they only let complete pigheads live in this stupid town before I bothered coming here. You. Hey, kid, good news. We found your sister. Why so shy? Aren't you pleased to see your big sis? She's... Huh? I don't know why you're looking so pleased with yourself. That's not my sister. I've never seen this girl before in my life. I don't have any brothers or sisters. I've lost my daddy. Gosh, where do I start? Did you not think of, I don't know, maybe asking her who she was looking for instead of jumping to idiotic conclusions? Listen, short stuff. I'm not gonna let a little brat like you speak to me like that. I hate to point this out, but you don't have time to be standing there getting your knickers in a twist. You've got a daddy to find. Listen, I want to talk to the owner of that bar, but I can't get in there on my own. Can I come with you?
Thanks. I'll never get in there otherwise. You're a lifesaver. I'm Veronica, by the way. Right, let's get going, shall we? I'll look after this little one. Don't worry. You don't have to rely on these two dunderheads anymore. We'll find your daddy in no time. You'll see. Thank you. Kids these days, huh? No respect for their elders. Well, looks like we don't have much choice. Let's hit the bar. Thank you.
Welcome to our inn, a safe haven in life's storm. Come and make merry. Warnings unheeded, the fish returns to the tree. She's with us. Do you have a problem with that? Understanding dawns. The fish has a chaperone. No one's sitting here, are they? Service, if you please. A fearsome young pup. Perhaps tea will soften her. A fine warming brew. That sounds lovely. But I don't have time for tea, I'm afraid. I'm looking for someone. I'll get straight to the point. There's a girl called Serena. Blonde hair, looks a lot like me. Have you seen her? Serena. Yes, now I recall. The young girl sought her sister, but left without joy. That'll be her. Did she say where she was going? Westward she wandered, sensing her sister, she said, guided by voices. Huh? Westward? Oh, the idiot must have gone to help me, and I was already back here. Oh. I was kidnapped, you see. I was in the bathhouse when some monsters attacked me. They took me off to their lair. I managed to escape. So I came back to find Serena, but it looks like now she's gone to try and rescue me. Right, you lot. You're no ordinary travellers. Anyone with eyes can see that. I don't have time to explain all the ins and outs of it right now, but I need you to help me go and find my sister. Are you in? I knew you wouldn't let me down. Are you leaving? I want to come with you. Sorry, you're staying put. But don't worry. I think I know where your dad might be. We'll find him for you, so be a good little girl till we get back. You do realize you're a little girl too, right? You sure you're going to be able to keep up? Who do you think you're talking to? Veronica, sage of Arborea and mighty magician, can keep up with riffraff like you any day. I'm more worried about you slowing me down, if I'm completely honest. Right, let's head west, shall we? The monster's lair is a giant underground labyrinth out that way. I'm pretty sure we'll find Serena in there somewhere. The entrance is on the coast. I know exactly who you are, you know. Don't let me down. Так, судя по всему, пора на выход. Юху меня обломали. Кто тебя обломал? Я уже потерялся. Что меня обломали? Кто обломал? Так. Мол, иди ты нам нужен.
На работу? Жестко. Я так и не понял, как здесь делать орудие. Что за хрень? На полпути сказали, что, мол, нафиг ты нужен, тут без тебя справились. Такс. Идем дальше. Нас теперь трое. И я с грустным лицом пошел домой. Почти трое. Она как бы воюет, но она у нас не в команде. Так. Нам нужно ее в команду взять. Ударил и свернулся. Выбрать ее не могу почему-то. Почему у тебя такая большая задержка силы? Не знаю почему. Попробуй поиграть в Shadow Play. Да зачем мне в Shadow Play играть? Смысл какой? Опс. У меня свои наработки здесь есть. Там битрейт выбрать нельзя, картинку выбрать нельзя, ничего нельзя. Easy-peasy. Задержки нет и качество отличное. Насчет качества сомневаюсь. Картинку можно. Я могу делать, убрать задержку, но качество сразу похерится. Оно нужно? Даже в ОБС тоже есть такие настройки. Так, это наверх куда-то идет. А это что у нас? Гора Худжи. Нормальное качество 7. Ну, у тебя же и попроще качество. Я вчера сравнивал. Кроме звука. Маша и медведь. Это босс? Может, ему по башке настучать? Ну ей-то уж точно незачем было так делать. Научи меня говорить по-английски. Это вряд ли я смогу научить. Я сам не разговариваю. Слепой ведет слепого. Не оба ли упадут в яму?
Это, наверное, вот как раз про эту миссию говорили. Металлические руда. Типа, найди здесь. Не совсем, конечно, то, что я хотел. Здесь закрыто. Медведь, привет. Нифига удар. А зверин принимаете? Not bad, not bad. Лучше подойдет аллегория прийти мучит идиота дебилизма. Да. Новые бомжи. Интересно. Что у них можно украсть? What's yours is mine. Что я украл? Ух, ёперсы ты! Ну, бутылка, понятно. Вероника wins again. Иди сюда. Я уже испугался этого. Завязывай. Запускай Far Cry 5. А почему я первый? Ну, у тебя вечно там какие-то проблемы с запуском бывают. Буду тебя ждать долго. Не, я быстро. Вот я, кстати. Вот оно. Буду считать секунды. Вот и все. А ты говоришь, это занимает 5 секунд. А где у меня Far Cry-то? Far Cry у меня...